Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру «Вперед на зомби-войну». Как вы помните, мы с вами находимся на 7-м уровне и пытаемся пройти здесь все локации. Так, давайте возьмем шокера, он мне в этой миссии пригодится, поверьте мне. Так, и выбираем 129-е. Ну что же. Как говорится, была не была, надеюсь, все прокатит. Ребята, хочу получить здесь 3 звезды. Потому что уже он у нас пройден на 2. Меня не устраивает, нужно 3. Тактику я помню, здесь у нас будет яйцо и камикадзе выбегать. Так, что-то они пока не идут. Должны... А, вот они, появились. Вот почему я и взял сюда шокера. Они оба дешевых. И они будут... Как говорится, бежать именно на них. Так, давай, беги. И сразу же второго выпускаем, ребята, чтобы он в него врезался. Все, отлично. Так, у меня, как видите, Сонька готова и Марины. Ну, выпускаем мы, наверное, Марины, а уже потом придется Соньку. Хотя вот так лучше сделаем, да. Прикрывай. Ну, блин. По идее, Сонька должна была забомбить. Тихо, прикрывай, Марины. Ага, и в яйцо врезался, вот тупоголовый-то. Черт подери. Как-то не айс у нас получается, ребята, дела. Мне нужно сейчас разобраться как можно быстрее вот с этим яйцом поганым. И там уже, поверьте мне, будет все попроще. Так, Сонька молодец, забомбила того камикадзе, который был вдалеке. Главное, чтобы они попадали под ее выстрелы. Давайте вот так вот сюда еще бочку поставим. Они, кстати, бегут на мою Соньку и врезаются в бочку. Ну, как вы уже, наверное, это догадались. Поэтому я за нее, в принципе, абсолютно спокоен. За Соньку, за свою. Так, ну что, яйцо практически уже готово. Ой, две Сони, это уже для них полный звездец, поверьте мне. Так, осталось совсем немножко и все. Дальше ставим пулемет. Все, ребятушки, остается только вызывать подкрепление, которое будет у нас бомбить. А бочку поставим на всякий случай, потому что эти бегуны будут еще идти. Блин, немножко не там поставил, конечно, я. Ай-яй-яй-яй-яй. Надо ставить напротив моих работяг, которые будут бомбить. Так, вот здесь где-то. Ага, хрен тебе. Захотел, а? Камикадзе захотел моего Марину грохнуть, но врезался в бочку. Все, сейчас мы пройдем этот уровень, поверьте мне, на 3 звезды. Как говорится, самое сложное уже... Вот это я зря сделал. Зря я кинул две, блин, на 2 бочки свою бочку. Дуралей, а! Вот это вот непростительная, честно сказать, ошибка. Запомните, когда бочку на бочку бросаешь, они тоже теряют свое, как сказать, свои хпшки и взрываются. Но все равно мы пройдем, ребята. Да. 3 звезды на 129-й миссии. По-моему, очень даже замечательно. Ну что же, давайте тогда определяться со следующей миссией. И выбирать себе подходящую локацию. Угу. Тут у нас 2 есть. 132-я не хочу. И 131-я тоже как-то нежелательно мне. Хотя надо будет как-то их пробовать. 127-я. Давайте вот ее попробуем, ребят. Тоже, опять же, на 3 звезды. Ух, давно-давно я этих красавцев не видел. Я даже по ним уже соскучился. Так, ну здесь нам нужна Соня, обязательно. Так, а вот эта хмырь. Блин, да что такое? Оу. Здесь у нас и в бронике гнилоруки идут. И еще эти... Да ладно, еще и ты пришел сюда. Блин, вот только тебя мне здесь и не хватало, а. Чужой. Шел бы ты отсюда, по-добру, по-хорошему. Так, давай, Марина, бомби. Все. Так, подожди, бочку вот сюда бросим. Здесь нам будут мозги компостировать, ребята, чужие. Скорее всего, так, да? Да ладно, еще и камикадзе. Вот чего-чего, а этого я никак не ожидал. Блин, вы представляете, да? Погибла у меня Соня. Черт подери. Давайте вот так вот сделаем пулемет. Потому что это сейчас вот.
Я только хотел сказать, что она оживет. И она ожила, но не успела. Сейчас пулеметик здесь все разбомбит нам. Так, давай, стреляй. Там чужой уже подкрадывается. Ха-ха. Сгорел на работе, чувак. Но пока все нормуль. Эти все чувачки тут у нас горят. Это только нам на руку. Так, манна пришла. Давайте-ка, наверное, еще бочонок один бросим сюда. Ух, вообще шоколадно все. Так, бежит. Ох, щет. Хорошо, что не в автобус, а? А могли бы. Слава богу, у меня агрегат спас, который делает нам манну. Так, давайте пулемет сюда выставляем. Ну и все, в принципе, можно сказать. Нам осталось только лишь пробить ворота. Ух ты, какой тут наплыв идет этих уродов. Ай-яй-яй-яй. Ну, я надеюсь, мы справимся. Да еще этот чужой пришел. Сейчас начнет прыгать, наверное. Ни хрена не вижу, что там происходит вообще. Заваруха не кислая была. Так, Марина убивает. Ну, этого жиробаса мы сейчас заглушим. И все, продолжаем дальше бить ворота. Камикадзе опять бегут, блин. Всех троих одним ударом. Вот так вот мы сделаем бочку. Ой-ой-ой, надо пошевеливаться, потому что уже волна на подходе. И если мы не успеем... Да нет, мы успеем, ребят. Ух, 3 звезды мы получаем с вами за 127-ю миссию, ребята. Отлично. Поехали тогда дальше проходить что-нибудь хорошенькое. Ну что, ребята, определился я с миссией. Здесь 121-го у нас с вами корячится. Будем ее проходить также на 3 звезды. Надеюсь, у нас все получится. Так, как видите, у меня отряд, команда, Марины, Кэп, Соня, пулемет и, конечно же, агрегат по выработке маны. Так, ну этих сосунков он разбирает на ура. Так, а вот эти вот... Оу, чужие. Как же я про них забыл-то, а? Черт подери. Сони выпускать не стоит, когда вот этот хламон рядом. Лучше взять или Марины, или же команда. Одно из двух. Ну-ка, попробуем все-таки. Может, не успеет прыгнуть? Отлично. Фартануло нам, ребята. Как раз и пулеметик. Сейчас у нас, как говорится, пойдут дела. Кэп у нас дает скорость и выносливость. Так, замечательно. Денежка. Ну что, наверное, будем сейчас вызывать... Так, Марина, у меня рука чешется. Или команда все-таки. Так... Ага, агрегатик поставим сюда. Вот сюда куда-нибудь. Ладно, пошел у меня тогда командос. Мне просто жалко, что он сейчас погибнет. Эти ледянщики еще бьют, дай боже. Не по-детски, как говорится, наковыляют нам. Оу, чужой пришел. Ё-моё, да куда ж ты? Ну! Фу, ну хоть хорошо, хоть Соня осталась живая, а. Но Кэп зато погиб. Да, я забыл, что здесь этот чужой будет периодически выходить. Ну, в такой спешке еще и не то позабудешь. Но зато, ребят, смотрите-ка, ряды почищены. Возможно, мы сейчас пройдем. Хотя там опять волна идет, а? Может быть, есть желание подзачистить у меня пулеметчиком все это дело, а? И в то же время мне жалко ярость тратить. Ладно, пока терпим. Терпим, ребята, сейчас я поставлю агрегат, который ману делает. И пулемет. Сонька. Вот так вот, ребята. Сейчас должны их тут всех расколбасить к ядрене фени. Что-то давненько не было чужого. Но у меня есть пулемет. А, нету еще пока. Но сейчас будет. Так, вот он. Пора зачистку делать. Ага, вот и чужой вышел. Как раз под обстрел попал. Замечательно. Ну что, 25 секунд до волны, я думаю, все шансы у нас пройти. Так, отлично. Давай, бомби. Ух, 2 агрегата, которые дают нам манну, просто замечательно. Ха-ха. Мы практически ни в чем не нуждаемся. Да, мы пройдем, ребята. Есть, я нас всех поздравляю. 121-я миссия пройдена на 3 звезды. Поехали далее. Сейчас мы еще соберем монеточки и опыта, кстати.
Отлично. Ну что, можно открыть здесь вот карту немножко за горючку, да? Давайте-ка еще здесь и вот здесь. Так, все, с бензином у нас напряг. Поэтому придется закругляться и копить себе бензин. Ну, а потом, естественно, мы встретимся и продолжим играть. А пока все. Ну что, дорогие мои друзья, будем с вами проходить дальше вперед на зомби-войну. Миссия, как видите, 126-я. Нам нужно получить с нее 3 звезды. Так, давайте сделаем откатик. Ага, здесь у нас идут... Ну, в принципе, это ватники. А вот сфера меня, честно говоря, напрягает. Мне придется использовать Марина, чтобы он брал на себя удар. Так, и выпускаем Сони. Замечательно. Да давай ты того... Вот, молодец. Я уж думал, сейчас пропустит. Ай, сейчас погибнет он. Жаль командоса, конечно. Но ничего не поделаешь. Лучше пожертвовать, как говорится, Марины, чем Сонькой. Так-так-так, ты будешь прикрывать? Фух, повезло. Ё-моё, там две сферы. Практически всю мою армию глушат на раз, а. Вот он, мой родной пулемет. Наконец-то я тебя дождался. Поехали, всех в разнос. Куда ты там пробежал, а, олух? О, нет, нет. Фух, шериф, умничка, держи петифон. Выручил меня, а. Так, ребята, сейчас вот эти вот зомбари будут постоянно вставать. О, нет, только не ты. Шериф, ты меня дважды спас. Спасибо тебе большое. Главное, чтобы пулемет не затих в ненужное время. Понимаете, сейчас вся проблема будет в том, что мне нужно убивать вот этих вот постоянно встающих зомбарей и при этом еще пробивать ворота, где постоянно бегут зомбари. Так, отлично. Ну, давай, давай, команда, вали. Как-то у него плохо это все дело получается. У Марины как-то пошустрее все это дело идет. Ну, ну. Да ё-моё, ну вы не можете уже добить там малька. Все, отлично, ребята. Мы прошли с вами 126-ю миссию на 3 звезды. Но на этом придется нам, ребята, делать перерыв, потому что у меня проблемы с горючим. Как видите, по нолям все. Я уже все давно спустил. Ладно, увидимся. Ну что, насобирал я маленько горючки, ребята. 122-я миссия нас ждет. Как обычно, на 3 звезды мы будем проходить ее. Так, здесь у нас синие глазки стоят. И если я не ошибаюсь, здесь пойдут синие. Или же будут камикадзе. Так, забыл я, черт побери. Ладно, давайте прощупаем. Да-да-да. Жирные, толстые, синебрюхие уроды идут. Да, здесь будет тяжело, конечно. О, да ладно, еще и этот гаденыш бежит. Да, каналия. Ладно. На этого-то он не прыгнет, это однозначно, поэтому он его забомбит. Все. С этими мы как бы разобрались. Спасибо за манну. Так, ну что, надо куда-то бочку бросить, ребята. Вот сюда мы ее кинем. Поверьте мне, миссия будет еще та. О, нет, только не этот хмырь, блин. Чужой бежит, 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 бежит. Только не прыгай. Прыгнул. Ты смотри, Соня просто умничка отбилась от этого гада. Красота ты моя ненаглядная. Ух, тогда, возможно, у нас, ребята, есть шанс действительно пройти на 3 звезды. Раз она так сработала. Обычно ее валят, а тут она его отпнула и расстреляла. Шикарно, молодец. Так, жалко, что эти гаденыши не... А, еще один бежит, блин, еще один чужой бежит. Опа, и промахнулся. Блин. А вот это, ребята, плохо, что Сони подбита. Сейчас она превратится в зомбаря и побежит на мою базу, естественно. Поэтому надо как-то... Вот, молодец, Марина все-таки переловил ее. Отлично. Так, заварушка тут не кислая, ставим пулемет. Все, сейчас мы тут все зачистим.
Да опять этот тупырь идет. Он с определенной периодичностью. Ты смотри, как хорошо было сработано, а. Соня отошла, этот уродец прыгнул. Соня подошла обратно, пнула этого уродца и расстреляла. Ну разве не прелесть она, а? Так, пулемет, давай стреляй, не умолкая. Еще одну вызовем. Блин, слишком дофига, слишком плотная стена идет из этих зомбарей, а. Оу, еще и время на исходе. Давайте зачищать, сколько сможем. Да какого лешего-то этот урод, блин, перепрыгнул, а? Он должен был сдохнуть от пулеметной этой армады моей, блин. Черт, там у меня две зомбарихи, да, сейчас будут. Да. Нет, ребята, не получается пройти на три звезды. Жаль, конечно. Очень жаль. А я рассчитывал на три звезды. Блин, если бы этот хмырь не подбил бы чужой этот, моих Соник, все было бы замечательно. Ёлки-палки, да тут вообще полный замес. Сейчас просто мой автобус разорвут. Хотя... Погодите, а что случилось? Где волна-то? Хм, странно. Я что, со всеми разобрался, что ли? Да ну, быть такого не может. Так, это уже другой разговор, ребята. Возможно, мы пройдем. Да, пускай не на три звезды, но все-таки пройдем. Ага, давай бомби, Марина. Второй выходит. Смотрите, вообще никого нету. Никто не идет. Может, глюк какой-то, а? Прикольно. Давай, 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 братки. Ну, старайтесь там уже. Да, мы все-таки получим с вами две звезды, но тем не менее. Эту миссию мы еще вообще ни разу не проходили. 122-я. Так, сейчас еще откроем карту чуть-чуть. Замечательно. Так, давайте здесь приоткроем. Ну и все, ребята, с горючкой у нас проблемы. Надо опять сидеть и копить. Так, бензина у нас достаточно. Теперь будем выбирать миссию. Да, 125-ю. Я хочу ее пройти. Попробуем. Так, нас встречает сфера. Это плохо. Так, откатик у нас идет. Если что, Соньку мы вызовем. Так, и здесь у нас синие морозилки идут. Угу. Ну давайте, блин, мне ее жалко выпускать, потому что я знаю, что эти сферы ее подбомбят. Ладно, давайте, наверное, еще одного Марина вызовем. Пускай вторая сфера на него среагирует, а уже потом Сони. Вот так вот. Черт подери, там еще одна сфера. Давай, Марина, выбегай, наверное, твой черед опять помирать. Так, ага, хорошо, нам дали манну. Так, ну что, в два ствола, я думаю, сейчас Кэп и Соня начнут тут наяривать. В общем, как я понял, здесь будет у нас постоянно выходить жертрясы вот эти синие и периодически появляться сфера. Надо как-то с этим делом справляться. В принципе, есть одно решение, ребята, но для этого мне нужен пулемет, который, в принципе, уже сейчас скоро накопится. Так, давай, давай, сфера, отлично, среагировала. Ну, где же этот... Вот, пулеметик мой родной, все. Так, давай вторую Соню. И теперь будем их просто тут пробивать. Главное, чтобы мои девочки стояли за пулеметом. Чтобы сферы... Ага, вот так вот. Ух, жесть какая. Два Кэпа, две Сони. Ха-ха, тут просто расколбас. Причем все усиленные. Так, приходится мне постоянно выпускать Марины, чтобы сфера, да, вот именно так на него тратилась. Ну, смотрите-ка, когда столько огнестрела, довольно легко идет все. Так, подзачистили маленько. Так, продвигаемся, продвигаемся, команда, создавайте.
Ух, как хорошо. Блин, а вот сфера, ну... Давай-давай, Марины. На кого? Ага, на Марины. Ладно, отлично. Потому что командоса тоже жалко мне, ребят. Ага, 30 секунд до волны осталось. Надо зачищать как можно быстрее. И продвигаться к воротам. Так, командос пошел. Так, давайте сюда еще агрегат поставим. Блин, мне бы пулемет бы. Еще один, и было бы вообще шикарно. Ай-яй-яй-яй-яй, 10 секунд, я боюсь, не успеем, ребята. Не успеем, сейчас тут будет такой расколбас. Ну, как всегда, вы сами понимаете, что такое волна. Бежит. Все, проиграли, короче. Тут не справится нафиг. Хренеть их тут. Так, давайте-ка из пулемета уже что терять, как говорится, да? Ага, слишком громкий уровень шума, пишут. Я офигею тут. Да ладно, чё, я справился с волной, что ли? Ребята, в первый раз за всю игру я справился с волной. С чем нас? И поздравляю, 125 уровень, да еще и на 3 звезды, я сам от... Я даже уже не знаю, что и выбрать, ребята. Все самое легкое пройдено у нас. Давайте тогда 131 попробуем пройти. Вообще пройти ее, не важно на сколько звезд. Так, у нас здесь 2 яйца, плюс бегут зомби. И опять же эти сферы. Придется опять выпускать Марины. У нас только Марины справляются с этими сферами. Берет их на себя. Так, подождите. Может быть, даже не выпускать, пускай она врезается во... Оу, тут еще и бегуны, ребята. Вот это вот печалька. Вот это очень плохо. Так. Ну, командос тут дал, конечно, шороху. Сейчас он и погибнет. Или Марин. Нет, командос все-таки погиб. Давайте вот сюда пулемет ставить. Да-да-да-да-да. Куда вы разогнались-то? Валяться, я сказал, всем здесь. Все. Когда выходит Сонька, это, можно сказать, 50% успеха. Да бомбит и пойдет. О, отлично. Главное уничтожать вовремя сферы. Куда разогнались? Вот так-то. Блин, все-таки у нас ожесточенная идет война с этими зомбарями, да? Они хотят уничтожить наш автобус. Мы же, в свою очередь, хотим смыться с этой территории. Черт подери, они мне Соньку подбили, пока я тут разглагольствовал. Тихо-тихо-тихо, некуда. Блин, ну, все-таки пробежал, да? Ай-яй-яй-яй, по автобусу бьет. Печалька, конечно. Ну ладно, ничего не поделаешь. 3 звезды нам не видать. Но, как я вам и говорил, нам вообще лишь бы пройти этот уровень, потому что он еще ни разу не пройден. Так, пулеметчик, гаси их тут всех. Эти сферы там. Так, отличненько. Правда, не все ты, конечно, забомбил. Ну да ладно, шериф, тебе простительно. Ты уже много раз мне помогал. Так что нормально все. Зомбарей становится все больше. Сферы все чаще прилетают. Давай, команда. Вот эти вот, кстати, ребята, зомбари, которые вот в касках, у них есть один большой недостаток. Их практически невозможно убить. Они все время встают, постоянно. Видите? И постоянно мне приходится их пробивать. Давай, расстреливай, шериф, всех. Все, расчистили. Ну, ребята, теперь дело за вами. Хорошо, пока идет у нас все. Так, волна будет. Ну, я думаю, мы успеем разбомбить здесь до волны. Так, поднатужились, поднатужились. Да, ребята, мы с вами проходим 131-ю миссию. Да, 2 звезды, но тем не менее. Ну и на этой ноте, дорогие мои друзья, я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим проходить эту игру. Но... надо будет мне маленько подкачаться. А это, естественно, нужно время. Ладно, всем пока и до скорого.